Как вы поняли, дорогие зрители, действительно, музы не молчат. Музы в нашем городе не могли молчать, как они не молчат и сегодня. Наш театр музыкальной комедии, который всю войну проработал в осажденном Ленинграде, мы с вами можем вспомнить рассказы Галины Семенченко, отметившей на нашей сцене свое столетие. Она рассказывала много про блокадные выступления. Так вот, сегодня этот театр представляет редчайшую, разностороннюю творческую личность. Нас сближает, что он является еще и воспитанником до последнего вздоха остававшейся актрисы и режиссер нашего театра Зинаиды Савковой. С первого дня войны она вносила свой вклад в дело победы. Ее братья ушли на фронт, а 17-18-летняя девушка все силы отдавала борющемуся Ленинграду, спасая детей и взрослых тоже. Став затем блестящим педагогом, актрисой, профессором, заслуженным деятелем искусства. Недавно отметивший юбилей и в новой премьере одержавший очередную свою победу, артист театра и кино, педагог, народный артист России Виктор Кривонос. Добрый день. Состоялась премьера спектакля, который назывался «Отражение». Первое отделение называлось «Ладожский лед». В нем были стихи и песни военных, послевоенных лет. Вот я хочу маленький отрывок оттуда воспроизвести. Ольга Вергольц, письмо с фронта. Милая Наташа, прочти и всей родне скажи, спасибо вам за ласку вашу, за вашу правильную жизнь. Но я прошу, Наташа, очень, ты не пиши, как в прошлый раз, мол, пожалей себя для дочки, побереги себя для нас. Мне стыдно речи эти слушать. Прости, любимая, пойми, что Ленинград ожег мне душу своими бедными детьми. Я в Ленинграде, правда, не был. Но знаю, говорят бойцы, там дети плачут, просят хлеба, а хлеба нет, а мы, отцы. Я как волка караулю фашиста сутками в снегу, я к моей свирепой пули пощады не было врагу. Лежу порой до костей, прохватит снег, лежу, устану уйти. А вспомни про детей, зубами скрипну и останусь. Я говорю, позорный гад, палач детей, я здесь, я слышу. На, получай еще заряд за ленинградских ребятишек. Наташа, береги Катюшу, но не жалей меня, жена. Не омрачай тревогой душу, в которой ненависть одна, нельзя дышать. Нельзя жена, когда дитя за хлебом плачет. Да ты не бойся за меня. А как я жить могу иначе? Как я люблю глубину
Все одеты, души старенью не были. Эй, девчонки, смотри.
свое. Эй, мальчишки, подтянем нашей дружбы огнем. Дорожить не устанем. Спасибо, Виктор Николаевич.